Итак, у нас возникает вопрос. Вопрос у каждого, естественно, где можно купить дешевле. Так где можно купить дешевле? В Ленинском районе. Так можно купить дешевле здесь, на Комсомольской 38. Магазин удачный. То есть здесь вы можете купить, кстати, абсолютно недорого товары для дома и семьи, для всего дома и для всей семьи. Мало того, если у вас возникают проблемы, вы можете здесь взять деньги, положив сюда то, что вам, наверное, сегодня уже необходимо. Да, и кроме всего прочего, вы здесь можете взять кредит. Да, и сделать замечательный вариант. То есть ваша машина может быть в нормальном состоянии. Вы просто деньги сюда положили, у вас ПТС-ку взяли, и все, и жизнь-то получилась. Так ли это? Зайдите и проверьте. Вы знаете, за нормальными ценами люди едут. Город далеко не Москва и не Екат. Улица Комсомольская, и спасибо за трамвай. Они хоть четко ходят. Была бы карточка, смог бы за 20 рублей с левого добраться. Так вот, конечно же, в городе Магнитогорске очень много комиссионок. Я по всем по ним хожу, но что-то у них какие-то сложности возникают. Это их не проблема, отдельная тема. Почему я говорю, что сегодня магазин удачный на Комсомольской 38 очень хорош? Потому что вот обратите внимание, на чем я сижу. Вот это все вы можете сюда принести. Сегодня сейчас на улице у нас зима. Сегодня сейчас, естественно, как бы вам сказать, то. Вы это дело все покупаете. Это наша жизнь. Твоя. Ладно, ой, не могу. Аж слюнки потекли. Потому что мы покупаем все это дело для наших детей. Но наши дети вырастают. Они достаточно быстро вырастают, да, то есть вот из этих вариантов они вырастают уже в 5 лет, вы можете человека спокойненько в машину посадить, ну, уже не нужно кресло. Каталки детские, саночки, это год-два, это максимум, куда вы их потом одевать-то будете? Они, как правило, стоят достаточно больших денег. Конечно, сюда отдали спокойненько, вам неторопливо и грамотно все это сделают, и вы получите нужный результат. Я считаю, что это самый лучший вариант. Кроме всего прочего, если у вас возникают другие варианты, да ну никаких проблем. Тут тема там весьма интересная, знаете. То есть, допустим, вот вы захотели денежки в большом количестве, ну, достаточно в большом количестве, то есть, грубо говоря, 20-30 тысяч рублей. Это нормальная сумма, но где вы сейчас ее пойдете брать? То. Банки, в банках не детские проценты, мало того, посмотрите внимательно мои недавние сюжеты про Тинькофф банк, про Альфа-банк. То есть вам выдают кэшбэк, но потом вы внезапно залетаете. И знаете, какие проценты вылетают? 51%. Да-д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 а. Окей. Спокойненько сходили куда-нибудь, купили телевизор нормальный, ну или компьютер нормальный. И все остальное нормальное. Принесли сюда, вам, естественно, все это дело по меньшей стоимости купят, естественно, им же тоже надо прибыль приобрести. Вот и все. Но, тем не менее, вы не влетаете в те космические проценты. О! 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 Хорошая тема. Кстати, господа мои, вы не думайте, что здесь только комиссионный магазин? Далеко нет. Я недавно проходил, вообще-то, в магазинах так, лазил туда-сюда, объяснял ситуацию. Я говорю, вот они просто сделали. Это вы знаете, где я был? Да-да-да, это я был и на паровозе, и в других местах достаточно интересных. Советская 160, стройдвор-то, понимаете? Да и в других. И все сидят, их все бы хотелось рекламки, но они думают, что я буду рекламировать целиком магазин. Но одна умная женщина, ну, девушка, естественно, у меня сейчас все девушки, в этом возрасте уже все становятся девушками. Да-да-да, она так и сказала. И сделала правильно. Они вместе взяли вот это место хорошенькое. И здесь спокойненько все, что вам нужно для дома, есть, есть, есть. Все то же самое. Представляете? Конечно, места здесь немало. То есть все, в принципе, нормально и красиво. И если вам что-то нужно для дома, для сада, для огорода, да и, собственно говоря, дома вашего здесь есть, нету никаких проблем. Я, конечно, понимаю тех, кто продает все, но я думаю о том, что ваши кошки, собаки, грызуны разные там хотят. Первоначально. Ну, первоначально, что они первоначально, что хотят?
не вот это одевание. Нет, господа, они просто есть хотят. Не въезжайте, что ли, докладываю. То есть обыкновенная кошка, собака или грызун есть-то хочет. Зачем здесь все много разных? Спокойненько покупайте то, что нужно для вашего животного. И это тоже здесь есть в магазине «Удачный» на Комсомольской 38. Конечно, рано или поздно будет снег. Но снег тает после посещения «Удачного». Снег, да и лед удаляются при виде цен, при виде денег. Они-то здесь есть. На улице Комсомольской 38. Поверьте, это нужно. То, что мы вам говорим. Интересное место. Интересное и качественное место. Хороший вариант, правильно? Таких магазинов должно быть много. Да, сегодня, сейчас у нас очень много других вариантов. Но, тем не менее, давайте вспомним дивную такую штуку под названием Турция. Между прочим, сами турки интересные товарищи. У них средняя заработная плата в два раза выше, чем у нас. А нам-то кажется, что мы такие фраера. Нет, они вообще-то как бы нормальные товарищи. Если честно, живут они мало по-другому. Я-то там был в Турции неоднократно. Я там раз 30, наверное, был уже, если не больше. Все там нормально, реально. И вы помните, наверное, ну, если вы не были и не собирались находиться чисто в инклюзиве, то вы должны понимать, что в Турции также есть магазины небольшие, которые вам продают холодильники, стиральные машины, кондиционеры, бэушные. Потому что там люди с мозгами. Когда ваши мозги-то включатся, а? Алло!